Курс «Фамен. Охотники за удачей» завершен. Смельчаки и авантюристы со всей Европы боролись за право принять участие в финале. В составе международного десанта на остров Свободы высадился россиянин Олег Чурилов. В нелегкой борьбе Олег вошел в тройку сильнейших в мире охотников за удачей. Испытания конкурса остались позади, но приключения продолжаются. «Фамен. Желание свежести, аромат приключений». Новости на сайте «Фамен.ру».